Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Вы находитесь на канале «Север – это моя судьба». Я живу в Германии. Меня зовут Ирина. Я пенсионерка. Но я еще работаю. Поэтому, чтобы избежать дополнительных вопросов, мы начинаем. У нас очень интересная тема. Сегодня я готовлю посылку в Северный Казахстан. Своей подруге. Немножко расскажу о моей подруге. Ее зовут Татьяна. Это она передает мне постоянно посылочки и все мои заказы выполняет. Она следит за могилой моей матери. Она ходит в церковь и исполняет все ритуалы. Вот. Она очень набожный человек. И не забывает и о нашей семье, когда бывает в церкви. Но что хочу сказать, что периодически я ей отправляю посылку. И сейчас, собирая посылку, я подумала, что у нее скоро должна родиться внучка. Следующая посылка пойдет к ней только к октябрю месяцу. Внучке уже будет почти полгода. Я решила, что к рождению внучки... Она не должна это сразу отдать. Я ей купила пару детских вещей, маленьких, на самых маленьких новорожденных, как подарок. Ну, купив вот такие кофточки, я купила носочки. Я посмотрела, что у меня есть в запасниках, и нашла носочки от моих внуков. Не знаю, кому я их когда-то вязала, но это шерстяные носочки, я это вижу. Вот, я их еще окультурю и покажу вам. И я решила связать ей вот такие ажурные носочки. Как раз где-то к розовому цвету подходит. А когда я уже связала один носочек, я решила, что нужно показать вам мастер-класс по вязанию этих носочков. Описание вязания этих носочков я брала когда-то в книге, которая называлась «Домоводство». Эта книга была выпущена в Советском Союзе. К сожалению, мне такая не досталась, хотя эти книги были у моей мамы и у моей крестной. Ну, к сожалению, там было очень много полезного, то, что я когда-то делала сама тоже. Вот. Когда эти носочки я постираю и доведу до ума, или как будут готовыми, вы их обязательно увидите. А сейчас, девчонки... Мы начинаем. Что нам нужно для нашей работы? Это остатки пряжи подходящей и 5 чулочно-носочных спиц. Набираю я на спице 32 петли по 8 на каждую. Ну, сейчас я наберу и покажу вам. Я набрала по 8 на каждую спицу, и мы начинаем вязать. Вязание обыкновенное, чулочное, по кругу. Закрываем круг и вяжем все петли лицевыми. Провязываю я лицевыми 4 ряда. Те, кто вяжут носки дома, этот способ, это, знаете, как 2×2. Ну, я провяжу 4 ряда, потом покажу, что мы будем делать дальше. Вот этот хвостик, который у нас остался, лишняя нить, не убирайте, не старайтесь его спрятать. Это, во-первых, помогает определять, когда начинается следующий ряд, а потом он нам обязательно пригодится. И для чего он нам пригодится, я вам
покажу и расскажу. Но я провязала только один ряд, еще три ряда. Поддергиваем хвостик, вот он такой красивый у нас, и пусть он висит. Три ряда, потому что первый наборный ряд, он идет как ряд, получается 4. А теперь мы переходим к рисунку. Я хочу здесь сделать зубчики. Вот такие зубчики. Вот. А чтобы сделать зубчики, мы вяжем так. Накид. Две вместе. Накид. Две петли провязываем вместе. Накид. Две вместе. Так, сейчас я попробую вам показать так, как я вижу это. Накид. Видно? И две вместе. И опять, вот эта нитка, которая лежит на пальце, видите, это нитка, мы ее подхватываем, накид, две вместе, я вяжу, вставляю петлю навстречу, накид, две вместе, накид, две вместе. И так до самого конца ряда. Вот когда не следишь за съемкой, дело-то получается неважное. Ой, хоть нанимай оператора. Ну, такой красивый краешек получается. А следующий ряд мы будем провязывать лицевыми все и накид, и петли по отдельности. Таким образом мы возвращаем количество петель. И получаем дырочку в нашем рисунке. Вот таким образом. Сейчас покажу дырочки. Вот они, дырочки. Вяжем дальше. Мы провязываем чулочной вязкой еще 4 ряда. Или просто одними лицевыми петлями. 4 ряда. И потом переходим к рисунку. Я провязала 4 ряда и, сложив их вместе, вот эти, я получу зубчики. Вот. Но это будет позже. А сейчас мы повторяем наш рисунок каждый раз. Накид, две вместе, накид, две вместе и так до конца края. И следующий ряд все лицевыми. И мы будем повторять этот рисунок до тех пор, пока у нас не будет в ряд. Так, смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дырочек. Вот, видите, получится вот такой рисунок. Ну, вяжем. Хочу еще раз показать, как делается накид. Берете, просто захватываете нитку, которая лежит у вас на пальце. Вот это накид. А если вы набрасываете петлю вот таким образом, перекрещивая, то это воздушная петля. Вот, не путайте этого, потому что рисунок не получится. Хочу еще немножко рассказать о своей подруге. Она не смотрит YouTube, поэтому она это не услышит. Ну что сказать, зовут ее Татьяна. Родилась она в Белоруссии. Мама у нее белорусская. Причем мама была в плену в Германии во время войны. А папа у нее украинец. Но украинец, который родился в Северном Казахстане. Он служил в Белоруссии, познакомился с ее мамой, они поженились и жили первое время в Белоруссии, а потом переехали в Северный Казахстан. Ну вот, моя подружка, она урожденная белоруска,
наполовину украинка. Живет в Казахстане, всю жизнь прожила в Казахстане, а всей душой болеет за Россию. Как-то так. И все время, когда с ней разговариваешь, она про Россию говорит «у нас», «у нашей», «у нас» и так далее. Она мне рассказывала, когда мама ее смотрела футбол или хоккей, кстати, моя подруга тоже с удовольствием смотрит хоккей и футбол, то когда она спрашивала: «мама, кто играет?», она говорила: «наши с нашими». Ну, значит, Казахстан с Россией. Ну, как-то так. Ну, провязали достаточное количество дырочек, и сейчас мы должны отделить для пяточки 20 петель. Начинаем вязать пятку. Пятка вяжется по лицу лицевыми, по изнанке изнаночными. Первую я всегда снимаю, последнюю провязываю изнаночной петлей на любом ряду. Ну, провязываем пяточку. Ну, вот я связала глубину пяточки совсем небольшую. Покажу уже на готовом. Почему я связала такую глубину? Потому что у новорожденных детей пятка еще не выражена очень хорошо. И если вы свяжете глубокую пяточку, наверное, вот так будет вам лучше. Если вы свяжете глубокую пяточку, то эта пятка все время торчит. Поэтому я связала пятку не глубокую. Это я на своих внуках уже натренировалась. Вот. И закрываю ее. 20 петель не делится ну, на три части поровну. Поэтому я беру 7 и 7, а в середине 6. У нас подошва получилась из 6 петель. Ну, для новорожденного это достаточно. Вот. Ну, и потом, когда вы закроете пяточку, то сверху вы продолжаете вязать рисунком. Сколько у нас? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас получилось 13 дырочек по среднему. А здесь у нас 9 дырочек. Вот, и быстренько мы потом закрыли. Форму обязательно придают... нужно постирать и придать форму. Заправить все ниточки, все выправить, все расправить. И получится, что получится. Я вам обязательно это покажу. Что у нас потом получится? Сейчас как валенок маленький. Я продолжаю работу над своим подарком. Тем, кому в каком-то моменте что-то непонятно, можете задавать комментарии. И в комментарии я обязательно объясню и отвечу. Что хочу еще сказать, что если вы задали вопросы, я вам ответила, а вы хотите еще что-то допросить, пишите новый комментарий. Потому что вот эти дополнительные комментарии или переписка в одном и том же комментарии, YouTube ее не показывает. Если бы я знала, что вы напишете комментарий, я обязательно бы посмотрела уже по ролику, по комментариям ролика. А если я не знаю, я даже не знаю о том, что вы пишете мне комментарий. Как-то так. Это касается комментариев всех, которые вы пишете. Девочки, если вы задали мне вопрос уже третьим комментарием по счету, и я вам не ответила, это говорит о том, что я не видела ваш комментарий. Поэтому
задавайте вопросы в первом комментарии, в новом комментарии. И еще я замечаю, что вот написал человек комментарий, а вы пишете свой комментарий уже в его комментарии как обсуждение. Это тоже делать не надо. Вот на этом надо мне, наверное, новый ролик сделать и показать прямо на компьютере, как это получается. Если вы вошли в комментарий, выйдите и с самого начала задайте комментарий и напишите. Потому что не все ваши комментарии показывает YouTube. Ну, вот как-то так. Итак, у меня уже заключительный этап. Я подошла к мысочку. У меня на спицах осталось по 6 петель. И я закрываю их так, как закрывают варежки с двух сторон. Не в четырех местах, а в двух местах. Сейчас я покажу, что я под этим подразумеваю. Ну вот, даже вот на этом носочке видно. Я закрываю вот так, как закрывают варежки. Видите? У меня закрывается только в двух местах. Вот. Как-то так. Ну вот, наши валенки готовы. Вот эти пинеточки, так их называла журнал, они удобны тем, что их легко одевать на ножки. Они такие широкие, их не надо натягивать. Их просто раздвинул, одел и закрыл. Вот. А сейчас наша задача убрать все хвосты. И тут, и тут. Заключительный этап. Мы берем наш хвостик, который я вам сказала, пусть он останется, вдеваем в иголку, подворачиваем верхнюю часть и делаем зубчики. Видите, какие зубчики? И подшиваем иглой и ниткой изделие одно к другому, чтобы держали зубчики. Сейчас покажу. Второй. Я уже сделала зубчики. Видите? По краю получились вот такие зубчики. Нам осталось постирать, придать форму и сделать веревочки. Вот и все. И наши башмачки или пинеточки готовы. Видите, какие они удобны? Они очень широкие. Их только потом стянет вот в этом месте веревочка. Их очень удобно одевать на маленькие ножки. Для тех, кто вяжет носки, связать такие пинетки не составит никакого труда. Это 2×2. Это тот же носок, только с применением парочки. Ну, способом украсить носочки, украсить детские ножки. Ну, вот как-то так. Вот такая идея пришла мне сегодня снять вам способ вязки пинеток на грудничков. А у меня, в моем случае, это еще новорожденная девочка. Так что, пока дойдут мои пинетки, она уже может и родиться. Что-то своими руками, передав свою любовь и тепло, вы можете сделать тоже такой замечательный подарок малышу. Ну, а мне надо продолжать. Доводить дома. Ну вот, дорогие мои друзья, мои топочки уже готовы. И отправляются они в Казахстан. Ожидать свои ножки, которые скоро будут. Вот такой фасончик. Это самый лучший, я считаю, самая лучшая модель для новорожденных, потому что если вязать, это носочки, вот, тоже беленькие, здесь 75% шерсти, 25%, о, забыла чего, полиамид, полиакрил, нет, что-то другое, не помню. Вот, я могу вязать и другой формы башмачки, например, вот такой, башмачками, это я вязала, когда своему внуку они не носили. Так, это тоже отправлю. Это тоже шерстяная пряжа на такой больше зимний лад, более теплые. Вот, тоже поедут в Казахстан, но это уже на вырост, на зиму и так далее. Это уже на потом. Вот,
Ну а сегодня мы с вами связали вот такие топочки. И эти топочки очень хорошо подарить кому-то и очень хорошо малышу. Это самые первые башмачки или пинеточки, которые я научилась вязать и вязала своему старшему сыну. Ну вот, дорогие мои друзья, сегодня мы с вами учились вязать вот такие носочки или пинеточки для маленькой ножки. Вязка состоит из двух рядов. Первый ряд накид 2 вместе, второй ряд лицевые. Если вы не вяжете по кольцу или по кругу, а на двух спицах, то там лицевой изнаночный ряд, первый лицевой ряд накид 2 вместе, изнаночный ряд, все изнаночными петлями. Вот, и получится вот такая красивая сеточка. Те, кто вяжет и умеет вязать, для них это 2×2 = 4. Вот. Ну, а кто только учится, пробуйте, у вас все получится. Ну, всего вам доброго, мои хорошие, и до новых волнующих встреч на моем канале. Спасибо вам за то, что вы пишете свои комментарии, за то, что вы ставите лайки, за то, что вы досматриваете мои ролики до самого конца. Всем всего самого доброго, самого хорошего, самого желанного. Вот полдня проковырялась, если не больше. Если кому-то интересно, выгодно вязать на продажу или нет, скажу сразу – нет. Вы истратите на эти носочки, башмачки как минимум 3 часа. 3 часа, если их пересчитать на зарплату, в Германии это где-то 10 евро. За 30 евро, не считая пряжи, вы их никогда в жизни не продадите. Но подарок, сделанный своими руками, это очень хорошо и очень красиво. Так что вперед! Всем пока-пока и до новых волнующих встреч!